Давай слезай, уже заебал. Филин херов. Всю ночь там проторчал. Мы сразу уехали? Да часа 4 уж как. Стопода. Полюбас. Все, я иду. Удачной посадки. Смотри, яйца там не отложи. Как все близко. Батюшки мои. Афиша твоя. Ты что, бомбишь втихаря? Да ладно, это я. Слушай, может, это меня женёк ищет? Ну, если только он устроился в полицию работать. О, мусора, все, я обратно на дерево. Да хорош ты что, тут место посерьезнее надо, чтобы сохраниться. Подожди. Все, теперь меня никто не будет. Ха-ха, ништяк. Ба! Да тут тираж, как у Донцовой. Разыскивается Гущин Денис Викторович, приметы. Худощавое телосложение, волосы короткие, на вид 20 лет. Ха-ха! Да тебе тут жандармы комплимент выписали. Молодой, блядь. Слышь ты, веселый Коза Ностра, спрятать тебя нужно, да подальше. Как первую зарплату от тещи. А я вас слушаю, ваше предложение. Короче, надо тебе внешность поменять. Усы! Усы, тебе надо усы. И монокль, короче. И челку, как у Эмма. И бороду вот такую вот. Хватит меня мять. Это все шляпа. Ну тогда надо валить тебе в Бугульму. Будешь жить в лесу, мишки будут носить тебе ежевичку, а пить ты будешь, когда будет идти дождь. Нет, это тоже шляпа. Ну да, так редко пить можно отъехать. О, отъехать! Тебе надо отъехать за бугор. Короче, полетишь... Нет, это ты летишь, потому что это все шляпа. Да нет, ты послушай. Короче, полетишь в Лапландию, будешь жить в лесу, мишки будут носить тебе ежевичку, а пить ты будешь, когда будет идти снег. У тебя есть загранник? Не. Все, сейчас тогда пойдем в ФМС и быстро тебе все заморочим. А это, короче, самая большая шляпа, которую ты только мог предложить. Такая шляпа сомбреро. Бум-бум-бум. Ну да, это шляпа. О, Денчик, глянь. Рефераты, курсовые, порно, базы данных. Не, не то. Надо пораньше завтра прийти, пошли, Денчик. Парни, а что интересует? Ну, вообще-то загранник. Вон, Денчику. Да что тебе рассказывать, тебя все равно нету, пошли, Денчик. Тебе кто такое сказал? Что есть? Сюда смотри. Дипломы, регистрация, медсправки, загранпаспорта. Слушай, а что почем? Ну, это смотря какой. Ну, вот смотри, если такой. Такой? Ну, думаю, не очень на себя похож будет. Окей, а если так? Ну, если так, думаю, даже с фотографией сделаю. Ишь ты какой, а если вот так? А если так? Так, думаю, даже с биометрикой нарисую. Да, встань. Сутулься. Не улыбайся, на паспорт сюда. Точно нормально получится. Не переживай, у меня 14 вышек образования. Ха. Слушай, а что, когда готово будет? Ну не знаю, завтра в офис зайдете. В офис? Алло, да. Да, сейчас в офис. Ну не знаю, там поставки идут. Парни, завтра зайдете в офис. Окей. Слышь, бери у него деньги. Он что-то какой-то ебатый. Не знаю, я ему доверяю. Кушай, кушай, Денчик, а то совсем на нервах отощал. А ты пересохал много? Да куда ж у тебя столько лезет? Ты уже 8 штук сожрал. Ты б хоть запил. Ну точно и попить. Ах, вот ты где. Ну привет, ничего не хочешь мне сказать? А купи Денчику хот-догов. И это все? И попить. Ты вообще охренел, что ли? Я ночами не сплю, по клубам тебя ищу. Ты мне вообще не звонишь, не пишешь. Ты вообще помнишь, какой сегодня день? 16-е. И что у нас 16-го? Вторник. Вообще-то у нас сегодня 40 дней, как мы с тобой встречаемся. Извини, запамятовал. И что ты мне подаришь? А что обычно дарит на 40 дней? Я смотрю, тебе вообще на меня все равно. Нет, ты что? Мне на тебя похуй.
Все, считай то, что мы с тобой расстались. Стой, стой! Чего? А, не, иди, иди. Пошел ты. Опа! Что, не ждали Жданова? Ебать, вот только тебе тут не хватало! Поехали! Куда? Куда? Коту под муда, еб! Ты меня на рассвете разбудишь, но не сможешь пройти даже несколько метров. Ты меня никогда не забудешь. У меня 46 сантиметров. Вот так меня с органов и подперли. Менты, пидорас. Да что я вам рассказываю? Здоровья молодым. Добро пожаловать в наш клуб. А за что поперли-то? За что? Ствол где? Вот. Мое первое дело. Тезка. Дарю. Спасибо. Только поперли-то за что? А, да. Нормально все. О, баньку построил. Остров купил. Пойдем попаримся. Пойдем. Хорошо тут у вас, Валерий Евгеньевич? Да. Нормально все. Не пропарился. Заболеет. Сто пудов. Слышь, Денечка, водички купи. Сергеич! Нет, Денчик, Денчик, не выходи, не выходи, залип не в хлеб, Денчик, нет! Нет, куда ты идешь, баран? Твою мать! Чё, слил, сука, трюху? Пошёл, беги! Бать, идиот, спалил меня! Твою мать, чё ж мне теперь делать-то? Опять ты, что ли? Послушай, что-то в движке у меня что-то звенит, а то не так работает. Брум, брум, брум. Слышишь? Брум, брум, какой брум, движок? Какой мотоцикл моем? Какой, блядь, мотоцикл? Спортивный. Нет у тебя никакого мотоцикла. И болида у тебя нет, и КамАЗа у тебя нет. Ничего у тебя нет. Ты просто ебешь всем голову. Ну зачем? При друзьях-то, блядь. При каких таких друзьях? Здесь нет никого. Себе! Что, Андрюха, обижают? Нихуя себе! Ты мне смотри, Андрюху, не обижай, сопля. Я тебя научу костями срать. Простись меня, пожалуйста, я не хотел. Маечка у вас замечательная, просто банданка супер. Извините меня, пожалуйста. Эх. О. Ну тебе-то что надо, синячок? Извиняюсь, брат. Ну это... Да ты присядь. Вот так вот. Был у меня друган Денчик. Самый лучший. Добрый, худой. Неадекватный малость. Не, есть еще Валера. Но он молчун. Эх, связались с бандосами. Хуй в очках, блядь. И остался я один. Понял? Да. Брат,
Дай полтос. Сколько раз я сам говорил эту фразу? На соточку. От души, брат. От души. Да иди в жопу. Да бог, еще свидимся. Да, иди давай. Пойду-ка я расслаблюсь. Чик. Да ну тебя нахуй, все из-за тебя. Порадуйтесь, черепашки-ниндзя. Только Сплинтеру не давайте. Он крыса. О, Денчик! Алло, Денчик, ты где? Как улетай из страны? Денчик! Блин, надо валить! Здравствуйте, девушка. Отдайте, пожалуйста, билетик. Куда? Куда-нибудь за границу. Говорите конкретно, куда хотите. Да неважно, куда ближе. Вот в Испанию есть рейс. О, круто, никогда там не был. Давайте билетик. Документы. Пожалуйста.